Queridos amigos, todas las series y películas en este canal están en su idioma original ruso. Para activar los subtítulos en español, por favor siga estos sencillos pasos. En la esquina inferior derecha hagan clic en Configuración. Seleccionen Subtítulos. Elijan el idioma y por supuesto no se olviden de suscribirse a este canal. Que disfruten del cine ruso. Татка нарисовала. Круто. Господи, какое же счастье, что ничего плохого с тобой не случилось. Столько всякого случилось, рассказывать страшно. Да я просто мысли не могу в единое целое собрать, понимаешь? У меня... Я очень рада, правда. Прости. Не понимаю, что происходит. Да отходняк у тебя. Выпей 50 грамм. Давай бокалы. Бокалы давай. Ну что ты встала, как вкопанная? Давай. Папа. Я, дочь. Я. Папочка! Что ты меня собьешь сейчас? Смотри, мы тебя ждали. Где же ты был так долго? Я был, где я только не был. Ну чего ты, ну? Ну что, ты ревешь, что ли? Нет. Ну не реви. Не реви, сколько большая ты стала, а? Красивая. Давай шампанское пить. Нет. Ну, слушайте, а Аська-то где? А Аська, она в больнице, но с ней ничего страшного. Ее, ну, на днях буквально выписывают. Там точно все хорошо? Да. Ну, тогда завтра все вместе и рванем к ней, да? А вы бабушке звонили? Нет. Так нужно позвонить. Не, стоп, бабушке звонить не будем. Знаешь, нам еще и инфаркта в ночи не хватало. Все, я завтра сам к ней съезжу. Господи, неужели все закончилось? Ты шутишь, Вербочка? Все только начинается. Вот, и как только мы закончили эту коробку, как начались у них там разборки между племенами. Ну, я сначала не понял, даже типа это поржал, думаю, ну, типа тупоконечники с остроконечниками забились. А, там реально война, Вер. Причем такая жесткая. Я знаешь, чего не понимаю, что... Почему со всеми ты не уехал тогда? Потому что не успел. Это, знаешь, не к восьми на электричку прийти. Не, наши мужики сначала все сразу это уехали, а я там еще двое остались. Правда, потом они тоже уехали. А я в плен попал. Представляешь, 21 век, трамвай скоро в космос ходить будут. А меня одно племя берет в плен, потому что я чужак и нахожусь на территории другого племени. Ну, абсурд!
Если честно, для меня это все из области фантастики. Я пока это все вот представить даже не могу. Угу. Знаешь, вот это вот все туфта, что пишут в книжках, там, ну, типа, герой попал там в другое время, он все знает, все умеет, знает, что делать, вообще круче только яйца. Я в первое время думал только об одном, чтобы только не съели. Ты вообще серьезно? Ну да. Ну ты представь, я в земляной яме сидел с такой-то плетеной крышей. Я серьезно тебе говорю, ну ты... Ну не, ну еще. Я, конечно, думал, чтобы вы не узнали. Пускай вы думали бы, что умер там, убили, но без этих подробностей. Ты такие страшные вещи говоришь и смеешься. Ну а что, уже не страшно же, вернулся, выбрался оттуда. Вот, потом он меня освободили, правда, не сразу. Это уж долгая история, ладно, иди ко мне. А вы-то как здесь жили? По-разному. Ну, конечно, непросто. Когда пропал, буквально где-то, наверное, через год, мама моя не стала, потом твоя начала очень сильно болеть. Все это было, конечно, непросто. Ну, ковырялись как-то. Марья Михайловна очень помогла. Ей спасибо большое. Девчонки наши молодцы тоже. Да. Девчонки хорошие у нас, да. А ты? Ну, а что я? Ты сам-то как думаешь? Как я? Конечно, очень тяжело было без тебя. Очень же. Пять минуточек. Пробежки сегодня не будет. Собирайся бегом, мы с папой хотим поехать в больницу к Аське. И я? Ну, я может, просто без тебя, пожалуйста. Но откликаешься не ты. Храни меня, моя надежда, от леденящей пустоты. Ничего себе. Да, представляешь, я после этого, как бегемот за мной побежал, я понял, все, больше бояться мне нечего. Могу хоть час в саванну идти ночью спать под колбасным деревом. Мне уже никогда так страшно не будет. Жаль, что ты не приручил бегемотика. Ага, и не привез. Мама так любит животных, она была бы очень рада. А ты до сих пор таскаешь в дом всех четверолапок, да, которые подбираешь, да? Нет, она теперь сама таскается по собачьим приютам, да? Девчонки мои, как я рад вас видеть, а как я вас люблю. Хороший. Ну чего? На личном фронте-то чего у вас? Что молчите? Давайте, давайте, колитесь. Что, свадьба намечается какая-нибудь? Пока нет. Ну, этого еще не хватало, Жень. Ну... Пап, у меня отличный парень. Я тебя с ним познакомлю, он тебе очень понравится. Да, отличный парень, просто мечта, футболист, любитель. Верочка, что ты начинаешь-то? Аська у нас вон взрослая, умная девочка, кого попал, не выбери, да, дочь? Да, никакой он не футболист-любитель. Он работает риэлтором, и, между прочим, у него отлично получается. Он вырос в детском доме и добивается всего сам. То есть, оказывается, он футболист-риэлтор, да? Это он тебе рассказал? А ты его слушаешь, да? Мама, ты сама говорила, что самое главное видеть в человеке, какой он сам. Леди, брэк! Я так и знал, что вы до сих пор грызетесь. Ну а что она начинает? Юра правда очень хороший. Ну чего ты, я тебе верю. Ведь обязательно я с ним познакомлюсь. Только потом. Так, нам сейчас в гостиницу, у нас куча дел. Все, пока. Так маме не хочешь для начала заехать? Ну это само собой. Слушай, я не знаю, может быть, ей надо сначала что-то там, цветы купить, может, нет? А может, лучше локардин? Так, девочки, ой, это ваша бабушка. Все, пока. Пока. Женечка, я уже даже думала, что я не доживу до твоего возвращения.
Дорогая мама и маман, я серьезно подозреваю, что вы еще слегка простудитесь на моих похоронах. А что ты, Ради, я простужусь? У меня прекрасный иммунитет. Фу на тебя, подловил. Ладно, 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 давай без этих драм. Ты ж полгода прекрасно знаешь, что я жив и здоров. Не могу сказать, что это сильно облегчило мою жизнь. В моем возрасте врать уже не просто неприлично. Это вредно для здоровья. В любом возрасте у тебя превосходно получалось. Ну, взять хотя бы эту дивную историю про моего героического отца, который был двойным агентом под прикрытием и сгинул на службе Родины где-то во французских прериях. Это же восторг, мама! А что? Я должна была своему ребенку сказать, что его папа – карточный шулер, которого скинули где-то с поезда между Томском и Хабаровском. Ты должен был брать с кого-то пример. Ну, в качестве примера мне всегда достаточно было тебя. Ну, насколько понимаю, в этот раз вранью ты предпочла молчание. Это было нелегко. Верочка при всех ее недостатках, она заботилась обо мне, как родной человек. Молодец. И девочки меня тоже не оставляли. Молодцы. Как ты объяснился-то с ними? К сожалению, это только еще предстоит. Так что, мама, я беру себя в руки и отплываю. Пожелай мне удачи. Да, я безусловно желаю тебе удачи. Но при всей моей безграничной материнской любви я вынуждена констатировать. Свинья ты, сыночка. Прекрасная. Очень породистая. Но свинья. Я тебя тоже люблю, мама. Марья Михайловна! Дорогая моя! Боже мой! Стоять! Женечка Павлович! Ой, привет! Ой, как я рада тебя видеть! Я тоже. Где ж тебя носила, а? Бессовестная твоя физиономия! Как только я напишу книгу о своих приключениях, первым читателем будете вы. Первым. Да? Ну, не обмани. Обещаю. Не обмани, я сделаю новые очки. Да, теперь я читаю в очках. Решили сделать ход конем, да? И не делиться эликсиром молодости. Я так и знал, что у нас не получится сделки. Ну, ты совсем не меняешься. Повода не было. Только гостиница-то расцвела, а? Идеальный порядок. Гостиница. Да. Ты же знаешь свою жену, она маньякально любит чистоту. Поэтому вот ничего не переменилось, не было повода. Даже не знаю, радоваться этому или огорчаться. Ну, что тебе сказать? Ты помолись. Ты за эти годы стала образцовой бизнес-вумен. Знаешь, это было совсем нелегко. Да. Привет. Привет. Здрасте. Женька, ты чего? Это же Мишка Колесников. А, да, что-то такое было. Что? Да что ж там было-то, господи. 10 лет в одном классе. Ты, кстати, не изменился. Почему меня это не удивляет? Это тебе. Просто так, чтобы было хорошее настроение. Я попозже зайду. Да. Слушай, а он изменился. У тебя здесь проходной двор какой-то.
Нет такой работы, от которой нельзя было отказаться. От чая с пироженами. Работы нет, а разговоры есть. Пойду куда-нибудь в парк прогуляемся. То я знаю ваши эти хитрости. Мимуша, цветы. Ладно, спасибо. Молодежь. Ну, ты понимаешь, ну, папа, он совсем не такой, как мама. Он всегда веселый, он всегда меня поддерживает. Ну, он просто замечательный. Тебя такой счастливый в первый раз вижу. Еще бы. Я, кстати, ему все про тебя рассказала. И папа не одобрил? Ты чего, Юр? Ну, конечно, одобрил. Я вас скоро с ним познакомлю. Я уверена, вы друг другу понравитесь. Теперь у нас все хорошо будет. В общем, я не хотел, Вербочка, на тебя сразу все вываливать. Понимаешь, я там, когда был в плену, заболел там, малярией и чуть не умер. Если бы не Амели, все, конец бы. Амели это кто? Это врач, одна девушка. Она спасла меня. Она действительно спасла мне жизнь, представляешь? Она договорилась, чтобы меня отвезли к ней домой, и там меня лечила. Надо же. Прям как в романе. Несчастный пленник, прекрасная спасительница, да? Оказывается, в жизни бывает такое, представляешь? Представляю. Нет, я, конечно, ни на что не рассчитывала. Ну, то есть, буквально ни на что. Но я просто сейчас не понимаю, ты вернулся или что? Или что? А от меня что ты хочешь? В общем, я там открыл бизнес небольшой, неплохо заработал, потом вложился в одно надежное предприятие. Да, и что-то пошло не так, и ты все потерял, да? Ну, подожди ты. Да, я все потерял. Не только свои, но еще остался должен. Ну, бедненький, много? Прилично. Угу. Так прилично, что мне ничего не остается, кроме как продать свою половину отеля. Ты сейчас серьезно? Или просто издеваешься надо мной? Разумеется, ты совладелец, ты имеешь приоритет. Поэтому я говорю тебе о своих планах. Хорошие у тебя планы, Жень. Ну что поделаешь, так сложилось. Слушай, да я буквально вот совсем недавно, накануне твоего триумфального возвращения, я девчонкам сказала, что если через 3 месяца ты не появишься, тебя признают погибшим. Теперь я понимаю, почему ты появился именно сейчас, Жень. Уж не на мне записывать, подонки. Я же не делю дом там и все прочее. Все это остается тебе и дочерям. Просто обожает этот торт. Я специально научилась его печь. Я знала, что он вернется. И я устрою ему сюрприз. И вот. Прикольно. Так. Главное, чтобы родители раньше времени не вернулись. Хочу, чтобы все было готово. Папа любит, когда праздники. Ну, еще бы. А ты чего сегодня такой? Чего ты уткнулся вот телефон? Это Тат, тут такое дело, я, в общем, с девушкой познакомился, вот, и это просто отвал башки. С девушкой? Ага. Так, ладно, все, мне надо бежать, а то она меня уже ждет. Я тебя никогда таким не видела. Так я и не был никогда таким. Представляешь, я влюбился прям с первого взгляда, вот только увидел, и все, представляешь? Представляю. Так, ладно, все, помчал. Это Тат, ты на меня тогда не обижайся, ладно? Ну, мы же все-таки друзья и все такое. Да какой обижайся, Гош? Я рад за тебя. Теперь у всех все хорошо и будет еще лучше. А ты на какую сумму-то рассчитываешь? Ну, 200 тысяч. Не рублей, конечно. Ну, а что ты будешь делать, если я откажусь выкупать якобы твою часть? Что значит якобы? Она реально моя. Говоришь, твоя. Иди в суд, давай на раздел. Вера, у тебя этот ход конем не получится. Если ты не купишь мою долю, я продам другим людям, желающим вернуться. Держи так, да? Молодец. Да, ну тут, понимаешь, всем. Всем приходится чем-то жертвовать. Я даже мамин дом продаю. Да ты что? А мама куда? Мама со мной едет. Надо же. И что, она согласилась?
Я ее пару месяцев уговаривал, она согласилась. Она что, знала, что ты жив? Знала. Не сразу, конечно. Где-то полгода назад я ей сказал об этом. То есть она полгода знала, что ты жив, и она ничего не сказала? Я ее просил тебе ничего не говорить. Я хотел сам с тобой объясниться. Я ценю. Плетнев, я тебя всю жизнь знаю. Ты легкомысленный, ты, конечно, несерьезный. Никакой ты не плечо, и там не каменная стена. Слушай, но я никогда в жизни не поверила бы, что ты способен на такую подлость. Да. Для тебя, может быть, и не плечо. Ты думаешь, я уехал эти чертовы деньги зарабатывать? Я уехал от этой диктатуры хоть ненадолго. Ты мне мозг весь выел, этот чайная ложка. Я? Да. Женя туда, Женя сюда, Женя стой здесь, Женя туда не ходи. Женя, так я буду на кран-сике. Я же слышать это больше не мог. Ты не женщина. Ты один огромный каблук, из-под которого вылезти можно только в гроб. Сомелье я почувствовал себя мужчиной, понимаешь? Впервые в жизни я сам решаю, что делать. Никто мне не указывает, как я должен жить. Ты что, из больницы сбежала? Ага, сбежала. Меня выписали. А у тебя что тут? Сюрприз для предков? Да, он самый. Помогай, пожалуйста. Вот, возьми бокальчики. Они сейчас вот-вот придут уже. Сейчас. Тут. Так. Так. Вот. Ой, все, давай, давай, быстрее. Мам, пап! Мам! Привет. Мам, ты чего такая? Ты что, заболела? Мам. Мам. Мама, где папа? Больше не придет. У него теперь другая семья. Он уезжает. И бабушку тоже забирает с собой. Они полгода назад еще все решили. Вот. А мы? По одному делу просто отъехать. Привет, это я. Привет. Мы не могли бы сегодня с тобой встретиться, а? О, какое неожиданное предложение. Я думал, вы у семейного очага празднуете возвращение блудного мужа. Слушай, ты меня, наверное, не так понял. Это, как бы сказать, деловая встреча, Миш. Ах, деловая. Ну, хорошо. Хочешь, я подъеду? Хорошо, спасибо. Мама. Девочки, привет. Мамы нет? Это хорошо. Я хотел сам поговорить с вами обо всем. Подойдите сюда поближе. Вы у меня уже взрослые, вы должны меня понять.
Человек имеет право быть счастливым. Человек имеет право жить, как ему нравится, и делать то, что он любит. Но нельзя всю жизнь выдергивать себе перья из крыльев. Иначе ты станешь ощипанным этим фазаном. Ну, вы поймите, ну, наши с мамой отношения — это... Оставь это. Это наши дела. Я очень надеюсь, что вы меня поймете и, может быть, даже простите. Но я вас ни в коем случае не собираюсь. Вы можете приехать ко мне в Уганду. Ну, девчонки, ну скажите хоть что-нибудь, ну. А что ты хочешь от нас услышать? Теперь ты понимаешь, почему я люблю больше собак? Поговорили. Какой-то страшный сон. Как можно скорее хочу оформить развод, отдать ему эти чертовы деньги и забыть про это раз и навсегда. Лера, у меня нет слов. Какие деньги? Кому ты собралась отдавать? М? Что за чушь? Ничего не отдавай, иди в суд. Какой суд? Смысл? Все, что ему принадлежит, ему так и принадлежит. Ну, не согласен. Последние 5 лет его вообще в стране не было. И тот бизнес, который считается у вас общим, фактически ты поднимала одна. Ну, он имел право на свою долю, но до отъезда. А сейчас... Послушай, у меня есть гениальный адвокат. Mm. Давай я вызову его сюда, и он тебе во всем поможет. Плетнев не пойдет в суд. Он просто продаст свою часть какому-то постороннему человеку, это все. Он меня уже обрадовал. Ну почему самым лучшим женщинам достаются мужчины... чудаки? Практически это будет означать потерю контроля над бизнесом. Я не могу себе это позволить. Просто не могу. Я этим живу, Миш. Ну и сколько денег он хочет? $200 000. Это небольшая сумма. Смешной. Ну, может, по московским меркам она небольшая, а для провинции это космическая сумма. Займи у кого-нибудь. Серьезно? Я с таким же успехом могу посреди города повесить баннер «Мой муж подлец». Я не хочу этого. Зачем? Ну что ж, тогда остается один вариант – это взять кредит под залог отеля. Ты сможешь мне помочь? Может быть, мне какие-то льготные условия дадут, как ты думаешь? Я не принимаю один такие решения. Все зависит от совета директоров, но я тебе обещаю, я сделаю все возможное, чтобы ты получила деньги на самых лучших условиях. Ой, Верочка Ильичник, привет. А где же Женечка Павлович? Я распорядилась приготовить такие вкусные пончики. А, пончики – это, конечно, очень хорошо, даже замечательно, но Евгения Павловича нет и не будет. А сегодня не придет, что ли? Совсем не будет. Ой, да ну что у вас там все происходит, а? Может, кофейку попьем? Кофейку. А я съем пончики. Такие пончики, как в детстве, знаешь, сахарные. Я понятия не имею, как теперь из этого всего выпутываться. А самое ужасное, я не понимаю, как это все девчонкам объяснять, не муж. Девчонки, они уже давно не маленькие. Они все-все понимают и правильно понимают. Да? Не волнуйся. Мимуш, ну вот скажите, ну разве он всегда был таким? Ну ведь нет. Или, может, я лично чего-то не замечала. Вы помните, мама категорически против была, чтобы я за него замуж походила? Ну, знаешь, волю бы твоей маме дать, она бы всех в монастыре отправила. Я как раз понимаю, почему ты замуж за него вышла. Он был таким красивым. Как шампанское, как фейерверк. Ух. Да, вспышка, а потом стекло.
и пустота. Доброе утро. Подъем. Мам, я не побегу сегодня. Я плохо себя чувствую. Хочу отлежаться, если ты не возражаешь. Да нет, я не возражаю. Но если ты себя плохо чувствуешь, давай же тогда врача вызовем, а? Не надо. Я вообще не собираюсь больше принимать участие в этом идиотизме. Если кому-то надо, тут пусть идет и бегает. Мне не надо. Ясно. Когда на нервах, как на скрипке, тугим смычком играют гимн. Храни меня, моя улыбка, от преждевременных морщин. А знаете, что я вам скажу? Я считаю, что несмотря на то, что произошло в нашей семье, мы не должны отказываться от того, что нам важно. Здоровый образ жизни, какая-то элементарная забота друг о друге, получение образования, да, Ась? Вот ты мне, например, скажи, ты вообще собираешься пересдавать госэкзамен, который ты в прошлом году завалила? А я тебе скажу, мам. Я приняла решение жить самостоятельно. Во-первых, я не буду поступать в институт, который ты выбрала. Хватит того, что Таткам учиться. Да, Тат? Во-вторых, я буду поступать в ветеринарный колледж, чтобы всю жизнь заниматься любимым делом. Mm. И в-третьих, как только Юру выпишут из больницы, я перееду к нему. И не надо тратить время и силы, чтобы переубедить меня. Это бесполезно. Всего доброго. Мам, не расстраивайся. Ты же знаешь Асю. Вот именно. Я слишком хорошо ее знаю. Так у тебя экзамен сегодня? Вот и думай об этом. Ну вот, теперь моя доля всецело принадлежит тебе, Вермочка. Я попросила бы тебя прямо сейчас заверить согласие на развод. Потому что я хочу его оформить как можно быстрее. А я предвидел твою просьбу и подготовил все документы. Не жаль расставаться с таким предусмотрительным и внимательным мужчиной? Тебе просто очень повезло, что я не сделала этого раньше. Верочка, дорогая моя, здравствуй. Здравствуйте. Верочка, я сейчас не буду разыгрывать перед тобой случайную встречу. Я специально пришла пораньше, чтобы поговорить с тобой. Слушайте, а вам не кажется, что вы слишком долго ждали? Нет, ну правда, вот именно сейчас наступил тот самый момент, когда мы уже официально имеем право друг с другом не разговаривать. Грубо, да. Ну, что делать заслуженно. Верочка, ты сейчас очень удивишься, но я бы хотела извиниться. Что бы вы хотели? Я бы хотела извиниться. В последнее время я избегала общения с тобой, ну, потому что я не хотела врать. Ну, поставь себя на мое место. Да не могу. Вот
Потому что я даже представить себе не могу, что я бы скрывала от вас полгода, что Женя жив. Лерчик, ну ты что же, мать, ну что? Ты же должна понять мои чувства. Какой-никакой принц не еще. Ой, я вас очень прошу, поменьше пафоса, Аделаида Витальевна. Верочка, да ну не старайся ты меня уколоть, я и так жизнь на копье подняла. Я теперь на старости лет должна ехать в эту, с позволения сказать, страну с многозначительным названием Угандов и жить в доме моей новой невестки. Она по-русски-то ни слова не говорит. Ой, ну позвольте, мне кажется, сбывается ваша заветная мечта, что невестка читает в оригинале Бальзака и Золя. Я вас поздравляю. Да что ты молчишь? Не хватало, чтобы француженка читала Бальзака в переводе, Вера. Но я боюсь, что этим ее достоинство исчерпывается. Да нет, ну почему? Она ведь молода. Возможно, у вас новые внуки появятся. Поздравляю. Внуки не будут меня называть звездой Аделаиды. Верочка, я бы хотела с девочками попрощаться. Да я же не возражаю. Но я не в курсе, не возражают ли девочки. А что же мне делать-то? Действительно, что же вам делать-то? А, так вы же большая поклонница эпистолярного жанра. Вы напишите им письмо. Это будет очень эффектно. А теперь папа уехал. И на этот раз, кажется, навсегда. Ну, может, все еще поменяется. Да ничего не поменяется, Юр. Я так расстроилась, так распсиховалась, еще и с мамой утром поругалась. Да, денек у тебя начался по полной. И не говори. Мало того, что разругались, так я еще сказала, что из дома ухожу. Ты чего сегодня, член клуба? Смелая девочка? Скорее, глупая. Теперь вообще не понимаю, как выкручиваться. Ну, Ася, чего ты как маленькая? Переезжай ко мне, жить будем вместе. Жить, поживать и... Как там? Добра наживать. Вот его и будем наживать. Как тебе? Ну, понимаешь, дело в том, что я ей так и сказала, что ухожу жить к тебе. Правда? Правда. Правда, правда? Правда. Так это же здорово, это очень здорово, Ась. Произошел взрыв газа. Информация о количестве жертв уточняется. На месте взрыва работают сотрудники МЧС. О дальнейшем развитии событий смотрите... Так, они расселили ту аварийку. Идиоты. Это же тот самый дом, про который в новостях все время говорили. Ну да. Там у нашей мамуши какие-то родственники. Ужас какой, Юр, мне надо срочно к маме. Скорее, скорее включай телевизор, там такое показывают. В результате взрыва без крыши над головой остались около 120 человек. Сейчас городские власти не могут разместить всех пострадавших, поэтому создан штаб по оказанию помощи. Номер телефона вы можете видеть на экране. А, Мария Михайловна, а сколько у нас номеров свободных? 7, ну 8, я не помню. Дай мне позвонить, там же мои. Вы идите, я сама разберусь. Справишься. А что еще? Извините, надо как-то организовать горячее питание или хотя бы чай. Да, конечно, мы сейчас все сделаем. Спасибо. Ой, возьмите, мам, пожалуйста, не мерзните. Мам, чем я могу помочь? А, я не знаю. Подожди, Ася, у меня голова квадратная. Возьмите, возьмите. Мама, а где мой муж с ее родственниками? Все хорошо? Ну, вроде бы, да. Она звонила, сказала, что все в порядке. Она отправила к себе домой, сама уже едет к нам. Ась, а, знаешь что, ты прибери волосы, найди где-нибудь чистый фартук и помоги официантам на столы накрыть, хорошо? Я поняла, сейчас все сделаю. Ой, и накиньте передо мной, миленький, давайте мы на время забудем про ваши профессиональные изыски, которые я очень люблю, и быстренько приготовим простые сытные блюда, да? На что здесь, ресторан или заводская столовая? Может, мне еще полевую кухню здесь развернуть для вас? Знаете, что понадобится, и развернем. Вы вдвоем? Пойдем. Пожалуйста, вот здесь вот. И по лесенке наверх. Хорошо? Так, вы один, да? Ага, пожалуйста. Привет. Привет.
Вера, что случилось? А, да форс-мажор. Газ взорвался в старом доме, представляешь? А, я в машине ехал, по радио что-то слышал. А, так, Надя же, нам пришлось пострадавших к себе забрать. Не остаться же на улице. Вы вдвоем, да? Ну да. Пожалуйста, вот сюда, по лесенке на второй этаж. Да. Проводишь, ладно? Да-да-да. Ага. Вера, я всегда знал, что ты добрый человек. Да при чем тут это, господи? Ну, а иначе как? Ну, действительно, никак, но... Ну, бизнес, ты понимаешь, это очень жесткая штука. Ты, если вот так будешь к нему подходить, то ты очень долго еще из кредитов не выберешься. Да ладно, как-нибудь разберемся. Просто прямо и направо. Не переживай за меня. Я понял. Я могу чем-нибудь помочь? Нет, иди отдыхай. Все хорошо. Мы уже практически справились. Угу. Алло, Лен, нужно горячий чай еще в холл принести. На первый этаж просто поставить, да. Марья Михайловна, а вы сможете остаться сегодня на ночь? Мне домой надо, я так за Татку волнуюсь. Конечно, я останусь. Нас так уплотнили, что дома можно только на одной ноге стоять. Даже нашего хомячка уплотнили. Mm-hmm. Слушай, ну, может быть, зарядка кончилась на телефоне. Что ты вот, Валя? Да нет, длинные гудки идут. Да не было такого, чтобы она на мои звонки не отвечала. Господи, хоть бы что-то не случилось. Подожди. Она могла потерять телефон. Или нет? Спи! Спят, ничего не слышат. Знаешь, какие молодые, счастливые, спят, ничего не слышат. Ты, главное, не расстраивайся раньше времени. Вера Ильинична, к вам пришел мужчина из МЧС, тот, который сегодня пострадавших привозил. Фу, да, хорошо, я сейчас подойду. Ну, традиционно бесконечный день. А мужчина из МЧС, это к добру. Ну, все хорошо, сейчас будет. Мы договоримся, что сейчас что-нибудь придумаем. Добрый вечер. Вера, вы извините, у вас, наверное, места свободы не осталось. Просто я не знал, куда еще поехать. Привет, а что случилось? Понимаете, их мать достали из-под завала, она сейчас в больнице, а ребят совершенно некуда деть. Я бы, конечно, оставил их у себя, но я живу один, за ними просто присмотреть будет некому. Я ближайшие сутки на завале безвылазно. Ой, хороший, вы, наверное, замерзли, да? Я что-нибудь придумаю, у нас номеров-то свободных нет. Пойдемте, погрейтесь. Помните, где мой кабинет? Да, прямо и направо. А я сейчас что-нибудь придумаю. Я быстренько. Проходите. Мишка, мне страшно, неудобно. Ну, прости, что так получается. Ты же в моем кабинете можешь переночевать. Да, здесь мы очень хорошо детей устроим. Ну, знаешь что? Это буквально на одну ночь. Я очень благодарна тебе за понимание. Давай так, только на одну ночь, хорошо? А завтра я что-нибудь обязательно придумаю. Вер, ну это никуда не годится. Ну, что я буду занимать твой кабинет? Ты давай здесь детей размещай, а я перееду в другую гостиницу. Я все равно на днях переезжаю на... Про служебную квартиру мне все равно. Днем раньше, днем позже. Господи, Мир, какой ты добрый. Я так тебе благодарна. Спасибо, что выручаешь. Послушай. Что? Поехали со мной, а? Куда? В гостиницу. Ну? Отдохнешь от своих забот, суеты, от всевидящего ока своими мужами. А, Мишка, ты что, с ума сошел? Ты представляешь, что у нас там творится? У меня столько дел. Голова квадратная. Знаешь, я сейчас пришлю какую-нибудь горничную к тебе, чтобы она помогла тебе побыстрее собраться. Да, давай. А, еще раз спасибо тебе. Мимуш, я договорилась, сейчас освободят 18-й номер. Можно будет девчонок укладывать спать. У вас все хорошо? Угу. Ну, замечательно. Хорошо. Александр, я приготовила вам сухой паёк. Думаю, пригодится. Спасибо, я не ожидал. Напрасно. Надо всегда ожидать от жизни чего-то хорошего. Да, Вера Ильинична? Да, конечно, Мимуш, я сейчас до Татки дозвонюсь и сразу начну думать о хорошем. Я могу чем-то помочь? Нет, ну что вы, я просто до старшей дочери целый день не могу дозвониться, я все издергалась уже. Если бы младшая, она бы так не беспокоилась. Потому что я безалаберная. Да, мам? Именно. А Татка у нас ответственная. Но даже у самых ответственных воруют телефон. Хватит переживать. Ась, ты можешь остаться, Мимуша, помочь? Ну, конечно, останусь. Но как убедишься, что тата дома дрыхнет, позвони нам. Угу. А мы тут тоже все проверим, все ли накормлены, все ли по люлькам разложены. И пойдем отдыхать. А у меня есть сюрприз для тебя. Знаете, Саша, сколько себя помню, Мимушечка всегда устраивает всякие разные сюрпризы. Никогда не повторялась, потому что я креативна. Потому что фея. Значит, дочь у вас замечательная. Замечательная, но безалаберная. Да вовсе она не безалаберная, она вас очень любит. У меня иногда ощущение, что она Мимушу гораздо больше меня любит. Хотя Мимушу мы все очень любим. Просто они с ней на одной волне. Да, с самого детства причем. А, Вера, а сколько ваша старшая дочь лет? Страшенская, 21 уже. Ну а что же вы волнуетесь? Может, у девочки случилась любовь? Сначала экзамен, а потом все что угодно, хоть любовь. Ну, по-моему, одно другому не мешает. Вы так считаете?